Еще раз всем приветик. Я уже, конечно, тут подвскрыла. Посылочка пришла новая. Вот. Потому что начала первый раз снимать и немножко не получилось. Там меня Давид сбил. Так что уже буду показывать посылка, как бы она раскрыта уже. Просто хотелось показать, какая упаковка. Такая коробка нам пришла с новой почты. Вот опять развивающие игрушки деревянные. Опять Лёлик и Болик. Понравилась мне эта интернет-фирма. Интернет-магазин. Еще раз покажу вот их данные. Телефон, сайт, название. Такая картинка у них там. Мальчик, Лёлик и Болик. Вот сверху. Вот так вот выглядела посылка сверху. Это адрес мой. В общем. Так. Раскрываем. Сейчас вам все покажу. Что здесь пришло. Здесь должно быть... По-моему, 5 деревянных игрушек. Все деревянные. Да. Так. Первая игрушечка. Шнуровка. Деревянный сыр такой. Сырочек. На веревке. И здесь деревянная иголка. То есть эту игрушечку, как бы он должен тренировать моторику пальца, учиться шнуровать. Почему такая упаковочка? Читайте. Шнуровка, сыр, развивающие игрушки, игры. Сделано, конечно, все чина, маденен чина. Ну, посмотрим, насколько этой игрушки хватит ему. Все игрушки написаны для развития с 2 лет. Все, которые я заказала в ящике, все с 2 лет. Одна вот такая игрушечка. Сейчас я ее распечатаю, вам покажу. Вот я сняла упаковочку. Достаю туда шнурочек. Вот как бы небольшая шнуровка такая. Ну вот по сравнению с моей ладонью. Как бы чуть-чуть меньше, чем моя ладонь, а ладошка у меня маленькая. Довольно большая такая, типа мышка. Иголочка довольно-таки большая. Надеюсь, что ему будет удобно держать ее в руке. Проходят дырочки легко. Вот. Оп. Дырочку загоняем. Здесь вытаскиваем. Игрушка вскрыта сверху лаком. Легенькая, кстати. В общем... В таком плане продолжаем. И где-то в конце она должна быть привязана. Здесь шнурочек. Либо приклеен. В общем, одна вот такая игрушечка. Шнуровочка. Так, сейчас посмотрим дальше. Вторую игрушку, которую я ему заказала, это пирамидка. Я понимаю, что, конечно, в 2 года уже как бы пирамидка не совсем для него. Ну, просто ему очень нравятся пирамидки. И старая его поломалась, пирамида. Эта пирамидка, конечно, на более младший возраст. Там года, наверное. Может быть, даже меньше. Можно начинать. Ну, мне понравилось, что она маленькая. Пусть развивает моторику пальцев. Снимать с упаковки я ее пока не буду. Так как я хочу выдавать ему по одной новой игрушке. Иначе у него разбегутся глаза. Пусть сначала одну изучит, потом на следующий день вторую, потом третью, четвертую. В общем, таким макаром. Вся игрушка тоже полностью деревянная. Деревянная подставочка, деревянное основание и деревянные вот эти вот штучки. Затем деревянный лабиринт, тоже маленький. Игрушки относительно недорогие вот этой фирме Лёлик и Болик. Быстренько покажу, у меня зарядка садится. Как всегда, я не вовремя. Вот по сравнению с моей ладошкой. Вот такая. Ну, тоже где-то как моя ладошка, немного меньше. Тоже деревянная основа. Разрисованная внизу. Там какие-то зверушки нарисованы. Железная, вот этот сам лабиринт железный. Ну, вот эти вот штучки железные. И деревянные бусинки на них. Тоже для моторики пальцев развивать. Он должен переставлять вот эти все... бусинки передвигать. Вот такой вот лабиринтик. И еще 2 вкладыша нам пришло. Сейчас тоже покажу все.
Вот такие два деревянных вкладыша. Тоже это самые элементарные, самые простые. Тоже небольшие, где-то с мою ладошку. Ракета им очень нравится, кружка ракеты. Вот решила пазл такой купить. И кораблик. Ну, такие большие части. Их немного здесь. Они элементарные, я считаю, с 2 лет. Вот это самое классное. Вот такие вот пазлики. Собирать будем. Очень яркие, красивые, легенькие. Сзади деревянные. Единственное, что мне не очень нравится, и на предыдущей посылке тоже это было, и в этой посылке. Вот эти части, которые белые, они не вскрыты лаком. Мне это не очень нравится. Ну, может быть, как-то я сама вскрою их лаком. У меня есть лак. Мне кажется, они не будут так сильно портиться. Мало ли, там водой намочат, может быть. Тоненькие. Тоньше даже, чем те предыдущие пазлы с цифрами я покупала. Это совсем тоненько. Тут буквально, ну, я не знаю, тут ширина вот это вот, может быть, 3-4 миллиметра. Не знаю, не поломает ли он их. В общем, буду надеяться, что не поломает, они мне понравятся. Ну, во всяком случае, очень ярко, красиво. Так, сейчас вам покажу все игрушечки. Пирамидка, шнуровочка и лабиринтик. Вот такие 5 игрушечек нам пришли. Все яркие, все красивые. Мне очень нравится. Ну вот буду как-то по одной игрушечке выдавать в день, пусть разбираются. Все, спасибо за внимание. Всех целую. Всем пока. Тём-тём. До новых встреч.